дорожная компания. В этом сезоне специалисты большое внимание уделяют северной части Бобруйска. Если летом открыли новую бетонку от Шинной до Ленина, то сейчас взялись за асфальт. Участок работы – проспект Строителей. От начала 5-го микрорайона до конечной 2-го маршрута троллейбуса. Старт был дан 18 августа. Первым делом снимают старое покрытие. На сегодняшний день на работах по замене бортового камня занято порядка 30 человек. При укладке асфальта будет, соответственно, еще бригады укладчиков. Работают две фрезы для снятия асфальта, 5 погрузчиков, 4 самосвала. 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. График работы. Генподрядчик ДСУ-16. Основные работы обещают завершить до 1 сентября. На октябрь запланирована сдача. Обновляют не только проезжую часть. Сейчас дорожники меняют бордюрный камень. После возьмутся за плитку. Она будет новая. Еще в планах нанести разметку для велодорожек и сделать плавные спуски. Это уже для удобства пешеходов. Ширина тротуаров 3,5 метров. Один отдадут велосипедистам, еще 2,5 – пешеходам. В целом в районе создаются все условия, чтобы местные жители без проблем добирались в центр города, а также с комфортом гуляли по родным улицам. Везде дороги разные. Где меняют, вот, например, там вот меняют. Это хорошо, наоборот, то, что хорошая дорога, хорошая, можно хорошо пройтись. Хорошо это для микрорайона, что обновляются и дорожки, и вы как водитель, как к этому относитесь? Ну, слушайте, ну, это очевидно же, ну, что хорошо. Конечно, хорошо. Здорово. Ну, а сами давно в Бобруйске живете, ездите по дорогам? Да, давно. Очень давно, очень давно. Хорошо, что делают. Вам станет легче ездить по дорогам? Конечно, очень легко будет ездить. Так что тут... Спасибо сказать кому? Нашему батьку. К слову, совсем недавно завершили ремонт на Сикорского от Строителей до церкви. Заканчивают в городе и обновление Минской, 50 лет в ЛКСМ. В плане и укладка асфальта по улице Широкой. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск, 360.